Va valoir, Yagle, je ne connais pas. Yagle, d'accord. Torbus. Hag Sameach, Babadai, Babadai. Ipshar Shemi Pasid, Nihanoka, Veneke Moshe Baruch Hashem, Olam Bushkur. Mas Roga Neki Mondak. Pek Roga Migrona. Ikhane Roga. Çoganlar Kor Monde, Amine Girondon, Kudokhat. Badi Hanuka, Ivo Muzur Zec. Kadoma Shmonda. Тебе это дома же гайс руанки, ты пример. Ну да, стаканчики наливать. Остаться. Да. Он остался у тебя. Можно сама же его использовать? Нет. Нет. Остался он. Что будешь делать с ним? Не догорел, который, да? Который не догорел. Не использовал. Я имею в виду дома, кто ставит масло. Да. Масло ставит. Банки, да. А если все сгорает, нормально. И такие, и такие. И такие. Что нужно делать завтра ночью, после остался? Ветер пришел, его потушил. Как мне быть? Все поставишь в один стакан, ставишь петель и зажигаешь до конца. Сейчас сгорит. Потому что это масло мы не имеем права использовать. Второе, эти петельки, которые остаются, нужно поставить мешочек. На Пасху сжигаем на крыше. Остались, которые сгорели, там немножечко осталось. Вот это тоже? Петели печи. Все петельчики, я не знаю, сгорело, не сгорело. Что осталось от Ханука? Все ставится под него, сжигается. А это что делать? Шафе эти? Это можно бросить. Это бутылки. Это выбрасывают все? Да, бутылки, да, да. Бутылки выбрасывают, но петельки надо выбрасывать. А? Там петель, там что, ничего нет? Там ничего нет. Петель там есть. Полный петель. Так она, Хазара, почему работает? Все, еще одна яблоко. Вот что я говорю. Так она, зачем мы должны сделать вторично повторять? Второму ики. А в обаком, что я цифру, кулам баки, вудим парек рауи. Все знают молиться второй раз. Все знают. Мы знаем, что это хазан. Почему молиться? Некоторые не знают молиться. Да. Слушайте его. Пропускают, кушают, торопятся. Как хоть рафта, карни, карни, фромни, карни, все шалом, ибром, барахамо, все. Понимаете? Второму ики, даже в таком случае, когда все знают молиться, все знают. Итпалел кавар кулом тфила лахаш. Цари лашара цибу лахзон тфила бакурам. Обязан шара цибу вторично молиться. Таканат хахамим бзе эйно бателя. Раз хазал дамо гуфтин агар, мы не имеем права его убрать. А, все мы знаем. 10 человек, 10 раба не мы сидят сейчас. Все молятся лучше, чем другого. Тоже в таком случае, в втором веке, хозе, обязательно молиться. Эйно батэла в эйно мечтане, а в маком ше батэла таам, ше мехамато тикну как лакен. Второй кем всегда мы должны знать. Поэтому, כשסיימו הציבור להתפלל תפילת של לחש, מתחיל השאלה הציבור להתפלל תפילת של חזרה בקור רב, ואין המתינים בשביל יחידים שעדיין לא סיימו. התפללו רק אפילו הם חשובי העיר. חזן должен начинать, ага, уже есть 10 человек, которые отвечают на ברכות, можно начинать. Он не имеет права никого ждать. Даже человек, который имеет хасиде, большой человек, большой рабай пришел сюда. Мы не имеем его ждать. 10 человек есть, мы должны начинать на мост. Значит, рабай Овадиосеф пришел, он еще не закончил, он не может его ждать. Нет. Но вас должен ждать. Понимаете, да, другой ходит раба. Здесь, кто говорит, такие люди уходят на работу. Да. У них проблемы на работу. Ромео Доба, детей взять на этом, понимаете? Я не имею права кого-то ждать, что они сделают. Здесь требуют от нас, подождите меня, мабромале. Да. Это неправильно. Хазан должен знать, 10 человек, которые находятся, а считай, раз, два, три, четыре, 10 человек, со мной 10, я уже имею право, а? Начинать. Ты иди своим ходом иди. Но рабай должен ждать же, рабай, правильно? Вас. Оставь ход рабай. Будем читать сейчас. Сейчас скажи. Окей. Как должен быть хазан начинать? Здесь еще. Я уже пошел. И там еще имеется правило. Я должен сказать. Если 10 человек, которые отвечают, о, мой Борох, о, Борох, о, моя тфила будет тфила. Если не отвечает, мой тфила тебе подарок. Да, потому что люди не отвечают. Тфилин завязывают, тфилин закручивают.
У них голова на месте, в другом месте. Поэтому каждый задолжен за потом. Я имею тона. Тона за тона.